Еще одному оппозиционному СМИ в Казахстане перекрыли кислород. Департамент Министерства информации взъелся на совсем еще молодую правдивую газету, которая отчаянно ругала власть. Иск в суд за якобы допущенные ошибки выходных данных приостановил выпуск «Правдивой» на 3 месяца. Но журналисты уверены, это лишь предлог. Ведь подобный сценарий проходили уже многие неугодные чиновникам издания, ныне канувшие в лету. Ее преследуют с первого номера. Она выпустила всего 22 номера, просуществовала 8 месяцев. Нарушены все возможные законы. Нет в административном кодексе статьи, когда за ошибки в выходных данных закрывали бы газету. А тут применяют закон о СМИ, а кодекс выше, чем закон о СМИ. Защита газеты подала ходатайство с просьбой, чтобы судья детально ознакомился с деятельностью издания и политической подоплекой, которая, по мнению редакции, и послужила причиной для фактического закрытия таблоида. Судья Бекбаев ходатайство взял и объявил о переносе слушаний на ближайшую среду. Поддержать журналистов и главного редактора в суде пришли многие общественные деятели. Надеюсь, по крайней мере, что судебное решение будет объективным, что вот этот инцидент, недоразумение и нарушение будет исправлено, и с «Правдивой» газете дадут работать дальше. Будем ставить вопрос об отставке генерального прокурора, ибо считаю, что он абсолютно не контролирует эту сферу, позволяя такому проявлению, такого произволу своих сотрудников. Я думаю, что тем самым он, вы знаете, порочит вообще репутацию страны. Главный редактор «Правдивой» газеты Разлана Таукина призвала журналистов, правозащитников и простых казахстанцев, которым важно получать достоверную информацию без купюр, проявить солидарность и отстоять издание.